12 декабря в 12 часов 35 минут на Иртышской набережной в Омске произошло ДТП. На кадрах видеорегистратора видно, что водитель Toyota ехала в правом ряду, а затем решила перестроиться в левую полосу, по которой ехал другой автомобиль, но внезапно передумала. В какой-то момент машину, которой управляла женщина, резко начала крутить и в итоге вынесла с дороги на обочину прямо в столб. 33-летняя женщина скончалась на месте, ее пассажиру, 28-летнему мужчине, потребовалась помощь врачей. Знавшие автоледи написали, что у нее остались двое малолетних сыновей. Берегите себя и своих родных, и не забудьте подписаться.